вязание полочек кардигана я набрала 50 петель. Что правая, что левая полочка у меня получились с той лишь разницей, что здесь я сделала, значит, с одной стороны убавление для выреза горловины, а здесь с другой стороны. Вот. А так они у меня получились абсолютно идентичными. Даже набор петель здесь предполагает совершенно одинаковое расположение рисунков. Сейчас поподробнее давайте с вами разберем. Значит, для меня, подчеркиваю, правая полочка это вот эта полочка, левая полочка это, соответственно, вот эта полочка. Значит, для левой полочки я набирала, начинаем прямо отсюда смотреть сразу, 1 кромочная, 3 изнаночные. Далее у нас идет с вами наш основной раппорт, то есть я делала 7 лицевых, 1 изнаночная, 7 лицевых, итого 15. Далее у меня шли 4 изнаночные, 4 лицевые, далее опять шли 4 изнаночные, и вновь у меня идет наш основной раппорт, то есть я делаю 7 лицевых, 1 изнаночная, 7 лицевых, далее идут 3 изнаночные и завершает все 1 кромочная петля. Таким образом, я располагаю петли нашего узора и вяжу соответствующим, так же как и спинку, вверх вырез горловины. Я начинаю формировать, значит, провязываю 2 полных раппорта, 2 полных раппорта, и приступаю к третьему раппорту, и у меня получается 27 ряд. 27 ряд третьего раппорта. Здесь я начинаю закрывать петли с правой стороны. У меня идет закрытие в лицевом ряду, в следующем лицевом ряду и вообще во всех следующих лицевых рядах я равномерно убавляю по одной петле, то есть по одной петле, и на протяжении последующих рядов всего у меня идет таких 5 убавок. То есть, значит, здесь у меня идут 3 убавки в самом начале, вот 1, 2, 3, вот, и далее еще 2 тоже на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот. И так же, как петли спинки, я закрываю плечевые вот эти петельки, да, вот, плечевые петельки закрываю. Оставшиеся петельки у меня, и я их закрываю. Аналогичным образом я провязываю правую полочку. Также я такой же набор петель у меня идет. Вот, только закрытие петель горловины у меня происходит также в 27 ряду, но я его провязываю и уже с изнаночной стороны делаю убавление полочек. У меня вяжется аналогичным образом. Вот, закрытие единственной разницы происходит зеркально. То есть зеркальное такое же закрытие для второй полочки. Также мы делаем 15, закрываем первых, потом равномерно 3 у меня закрываются в лицевых рядах по 3 раза по одной петле, да, 2 петли у меня оставшиеся распределяются равномерненько на оставшихся рядах. Тоже убавления идут по одной петле лицевой. И закрываю я также 30 плечевых петель. Все. Для вязания рукавчика. Один рукав я уже связала. Второй только приступила. Приступила и уже спустила петли. В общем, вот так выглядит мой рукав.
Рукав у меня идет на 3/4. Вот. Для того, чтобы начать вязание, я набирала петли в количестве 43 петель, да, 43 петли. Значит, у меня здесь распределяла следующим образом узорчик свой. Распределяла следующим образом. Значит, идет у меня кромочная первая, затем 5 изнаночных, затем у меня шли 4 лицевые, 4 лицевые. Это вот наши жгут, да? Затем у меня идут 4 изнаночных, затем наш идет по центру узор основной. Значит, то есть я вяжу 7 лицевых, 1 изнаночная, 7 лицевых. Вот. Затем 4 изнаночных набираем. Так. Затем 4 лицевые, опять 5 изнаночных и 1 кромочная. Итого, как я уже сказала, 43 петли. Каким образом я делаю прибавки? Значит, закрываю петли я. 77 петель у меня вот здесь закрылось. Вот. Убавочки я делала равномерно, можно сказать, на глаз, как бы уже, знаете, по интуиции, да. Значит, итого у меня, значит, получилось, как вы понимаете, 43 набрала, 77 закрыла. Получилось у меня 34 петли я прибавила, да? То есть получается по 17 петель с каждой стороны у меня равномерно прибавилось. Высота рукавчика у меня 32-33 сантиметра получилась высота рукавчика. Ну и вот если распределить равномерно, сколько 17 петель нужно по высоте, допустим, удобно считать 34, да, сантиметра. Ну вот приблизительно через каждые, значит, 2 сантиметра мы делаем прибавочку. Получается так. То есть здесь прибавочка с одной стороны и с другой стороны прибавочка. Так. Ну давайте продолжим вязать рукавчик и будем уже приступать к сборке нашего изделия. Значит, все детали связаны, все готово к сборке нашего кардиганчика. Значит, для сборки мы берем спинку, рукавчики откладываем, спиночку вот таким образом. Так, затем берем, начинаем с плеча. Соединяем плечо спинки и переда. Аккуратненько, иголочкой, делаем вот такие стежки. Я такой шов называю назад иголка. Вот малышок проснулся. Но он нам не будет мешать. Пусть мурлычет. Таким образом сшиваем плечики. Затем делаем боковые швы. Рукава сшиваем. Тоже боковые швы. И втачиваем рукавчики. Вот смотрите, да? Показываю. Вот таким образом я выполняю плечевые швы. Здесь вот так шов выглядит с этой стороны. Теперь, если здесь посмотреть, то вот так у нас получается.
Так, делаем боковые швы. Также прикладываем перед и спинку лицевой стороной друг к другу, да, и также начинаем делать такие же швы назад иголка, как я вам уже показывала, плечевые. Потом этот кончик мы его спрячем. Старайтесь, чтобы узорчик наш совпал, то есть орнамент нашего узора элементами правильно ложился. Не было смещения узоров. Где Биби? Ой. Ты пописал его? На горшочек сходил? Биби описал. Вот в таком... Вот так продолжаем с вами сшивать. У нас получается вот такой вид с лицевой стороны. Наш шов будет иметь. Ну, давайте продолжим. Итак, что значит совместить узор, чтобы он совпадал, да? Вот мы смотрим, вот у нас так получается шов. Здесь, конечно, надо будет слегка вот так вот отпарить шовчик, чтобы он такой прям ровненький получался. Вот, и смотрим, да, чтобы у нас с вами наши элементы совпадали, да? Вот, видите, чтобы они смотрелись симметрично, чтобы не было сдвигов узоров. Вот так. Итак, значит, выполнила я сборку нашего кардиганчика. Вот, и в данный момент обвязываю, значит, наш кардиган крючком. Крючочек использую номер 3,5. Вот, обвязочка у меня идет вот такими пышными столбиками. Как я это делаю, я сейчас покажу. Смотрите, вначале я обвязала один ряд, значит, здесь по полочкам, по бокам, да, по горловине переда, по горловине спинки обвязка шла столбиками без накида. И далее вторым рядом я стала делать вот такие пышные столбики. Вот, планирую сделать два ряда, но если очень захотеть, можно и три сделать, значит, пышными столбиками. Как я это делаю? Сейчас я уже делаю окантовку по низу своего кардиганчика, поэтому сейчас я вам покажу, как я переверну, чтобы было это удобно для показа. Так, значит, вот таким образом располагаю вязание, чтобы было понятно. Это низ нашего кардигана. И делаю следующее. Значит, начинаю, значит, столбик без накида через 2 петли. Делаю столбик без накида. Затем делаю пышный столбик в третью, от столбика без накида в третью петлю, делаю пышный столбик из 3 вот таких, значит, вытягивания, делаю пышный столбик раз, затем 2 воздушные петли, делаю второй пышный столбик в эту же петлю. Так, опять 2 воздушные петли и делаю третий в эту же петлю. Из 3 накидов он у меня состоит, этот пышный столбик. Вот, и теперь я вновь делаю в третью столбик без накида. И следующий у меня
Вот такая ракушечка из трех пышных столбиков будет производиться опять-таки через 2 в третью петлю. Так я обвязываю по кругу, получается, своего изделия. Вот таким образом. Вытягиваю 3 раза, делаю пышный столбик. Раз, два, три. И далее опять в третью. Через 2. Через 2 петли в третью. И вот таким образом вяжем. Везде обвязываем, по низу, по бокам, передом, по полочкам. Вот. Хотела бы заострить внимание на углах, да? Как я делаю обвязку угла. Вот сейчас у меня пошел второй ряд. И я, значит, угол, значит, первый ряд угол я сделала в самую вот эту крайнюю, значит, угловую петлю, я сделала 5 пышных столбиков, также через 2 воздушные петли, да. Вот теперь у меня идет второй ряд. Второй ряд я делаю следующим образом. Значит, вот я дошла до этих 5 петель, да, сделала ушечку, затем вот сюда, в первую, между первой и второй я делаю столбик без накида. Между второй и третьей я делаю пышный столбик. Смотрите, видите, у меня их тоже 3 пышные столбики. Также я делаю, значит, 3 пышных столбика, разделенные между собой 2 воздушными петлями. Да? Вот так. Так. Раз, два. Так. Значит, далее я делаю столбик, значит, без накида вот сюда. И затем опять у меня идут пышные столбики. Опять идут пышные столбики. Так, смотрим здесь. В следующую. То есть вот сюда. Тут я сделала так же. То есть сюда пышный столбик. 3 пышных столбика. Ой, неправильно. После того, как я сделала между второй и третьей 3 пышных столбика, далее я делаю столбик без накида вот сюда, в серединочку, в третий, который у нас по центру, столбик без накида. И между третьей и четвертой делаю опять 3 пышных столбика, разделенные между собой 2 воздушными петлями. Ой, 2 воздушными петельками. Так, вот так я делаю. Так, сделала. И затем опять столбик без накида я делаю между 4 и 5. Вот что у меня получается, да. И следующее у меня идет такая ракушечка из 3 воздушных, вот этих из 3 пышных столбиков. Я делаю, как обычно, вот сюда в столбик без накида предыдущего ряда. Так, ну и
Смотрите, второй ряд, сразу показываю, как я его вяжу. Вот у меня, я заострила внимание на уголке, как я его буду делать, да, как я уже вот тут сделала. И вот так, также симметрично сделала на втором уголке нашей полочки. Так, и значит, смотрите, второй ряд у меня в столбик предыдущего ряда без накида, который я делала, вот туда идет ракушечка, а там, где у нас была ракушечка, вот этот центральный, второй пышный столбик, я делаю, значит, без накида столбик, вот так. Затем опять у меня идет в предыдущий ряд столбик без накида, я делаю ракушечку из трех пышных столбиков. Ну и, в общем-то, вот так, в такой последовательности я обвязываю весь ряд. Также между ними я делаю 2 воздушные петли. Вот. В общем, вот такая вот особенность этой обвязки. Особенно по углам, да, заострила внимание специально. Так. Сделали. Так. Ну и вот сюда столбик без накида делаем во вторую. Предыдущие ракушечки во вторую, по второй пышный столбик. Сюда делаем 3 пышных столбика. И так по кругу обвязываем. Смотрите, я, наверное, буду делать и третий раз обвязку. Вот так у меня выглядит, значит, обвязочка. Когда 2 ряда идут, да, 2 ряда. Вот. Можно, в принципе, и третий сделать по желанию. Может быть, это будет несколько грубовато. Но давайте сейчас провяжем второй ряд. Третий уже потом посмотрим, как будет получаться. Так, я сделала обвязку. Значит, 2 ряда у меня получились пышными столбиками. И сейчас я делаю обвязку из цепочки, из воздушных петель. 4 воздушные петли у меня идут. Получается вот такой вид. Вот такой вид получается. Сейчас я покажу, как я это делаю. Да? То есть делаем 4 воздушные петли. И вот так. Столбиками вот так делаем. Там, где у нас были 2 воздушные петли, мы делаем цепочку, делаем столбик без накида, да? Вот сюда. И там, где у нас с вами был столбик без накида предыдущего ряда, мы его тоже не пропускаем и тоже сюда делаем столбик без накида, замыкаем цепочку. Вот так вот мы делаем. Вот так. И так обвязываем по кругу. Работа над кардиганчиком подошла к концу. Я сделала все, что планировала. Можно по желанию обвязать таким же образом рукавчики, что я не стала делать. Но это опять-таки по вашему желанию сделайте такую же обвязочку пышными столбиками. Значит, что я еще добавила? Для того, чтобы кардиган сидел по фигурке, я добавила вот такую вот из воздушных петель, сделала цепочечку, чтобы у меня вот здесь так немного стягивалась горловина. Вот. Как
посмотрите, как получилось. Видите, да? Вот таким образом я крючком. Это с изнаночной стороны я вам показываю, да? Крючочком у меня получилось вот таким, вот такой вот продела я этот шнурочек. И у меня вот так немножечко присборилась горловиночка. Вот. Это, в принципе, опять-таки нужно сделать, чтобы по фигурке сидела. Так, что еще? Пуговиц у меня нет на моем кардиганчике. Вот. Ажурный, очень мягкий, к телу приятный, абсолютно не колется получился кардиган. Его можно носить как в прохладную летнюю погоду, да, в частности, вот вечером я у моря живу в Анапе, поэтому так получается, что вот иногда вечером бывает уже прохладно, и можно его одевать поверх летней одежды, на прогулку, где ветерок. От ветерка он хорошо предохраняет, потому что состав вот этой пряжи, собственно, он 75% акрил и 25% у этой пряжи шерсть. То есть он и при этом он абсолютно не колется. Так, это тонкая пряжа, поэтому кажется очень воздушный, невесомый такой получился кардиганчик. Всего 400 грамм ушло на него. Он легенький такой, удобно взять с собой куда-то на прогулку, сам с ребеночком или просто с подругами пообщаться, да? Так, что еще? Хотела про длину сказать. Это же тоже очень важно, да? Сейчас мы сколько у меня получилось. Значит, у меня получилась длина 76. Так, ну и ширина, конечно же, она на фигуре растягивается. Ширина кардигана получилась 52 полуобхват бедер. Вот, может быть, чуть более далее даже. За счет того, что узор имеет вот немного такое в виде резинки, как-то вот он расположен, да, стягивающий такой вот момент. Поэтому при обработке окончательной обязательно утюжком слегка отпарьте полочки, спинку, рукавчики, чтобы все это село хорошо. Вот. Ну, а сейчас до новых встреч. Надеюсь, мое видео, мастер-класс был вам полезен. Моя новая работа вам понравилась. Ставьте лайки, кому понравилось. И подписывайтесь на мой канал, кому вязание интересно. Буду придумывать еще новые модели. Следите за новинками. До новых встреч!